Regium Parsinta. Regium Parsinta. Доброго дня. Господин Сакай! Кензи, ты что здесь делаешь? Дела очень плохи, мой господин. Что ты сделал? Ничего. Монголы забрали всю нашу еду. Рис, рыбу, вот прямо все, что нашли. Мы голодаем. Кто это мы? Ты здесь не живешь. Да я все думаю о ваших словах. И пытаюсь помочь здешним крестьянам. Где лагерь монголов? Не знаю. Они являются через день, забирают еду и увозят ее. Устрою засаду. Не так все просто. У них заложники. Если монголы не получат дань... Есть же способ их найти. Ну, есть. Но вы не одобрите. Давай я это сам решу. Идемте, покажу. Нам велено складывать тюки с едой на берегу. Все с этого хозяйства? С хозяйства. Из заброшенных домов, с рыбалки, охоты. Все, чтобы набить брюхо врага. Как ты вообще здесь оказался? Когда монголы поняли, что мы с вами заодно, начали на меня охоту. Я решил, что здесь, в захолустье, меня не найдут. Еда и питье для монголов. Но в этой бочке из-под саке пусто. Думаешь, как сильнее разозлить монголов? Не совсем. Бочка очень большая. В ней поместится отважный самурай в доспехах. Ну да, а еще лучше. Один изворотливый торговец саке. Монголы увезут эту бочку к себе в лагерь. Кто там управится лучше? Вы или я? Не знаю, почему я позволяю тебе прятать меня, где попало. Так ведь работает. Пахнет, как у тебя изо рта, Кензи. А вы думали, почему бочка пустая? Готовьтесь, господин, они идут. Будыгин Таргендач. Да, это вам. Берите. Бастер Моригав. Нет, это Мика. Мика моя лошадь, моя. Надам отцат, морбигних борцов. Ай! Да как вы? Мика! Нет! Надо же, замысел Кензи сработал.
Тише! Я мар не гим харву! Чехот, ги ктей полкомчта. Ахат, отрывай. Утер. Тен харват пен. Я не верю. Мы спасены. Отвези еду обратно. Передай Кензи, что все хорошо. Кензи? Ему я готов передать разве что знатную оплеуху. В каком смысле? Так ведь из-за него все беды. Он хотел договориться с монголами. О, господин Сакай, это было потрясающе. Кензи, дерьмо ты, обезьянье, вот ты кто! Я разберусь. Объяснись. Я вроде как продал монголам еду, но только в тюках были опилки. Ради наживы? Чтоб не грабили крестьян. Ты что, думал, монголы не заметят? Ну, не так же быстро. А они как налетят. Крики, заложники. Давайте еду, а то убьем. Зря я велел тебе заняться чем-то полезным. Что? Нет, нет. Вы были правы, господин. Я полезный. Мне только нужна тренировка. Тогда тренируйся так, чтобы никто не страдал. Слушаюсь. Повезло тебе, что самурай тебя пощадил. Прости, Итаро. Я хотел помочь. Помочь? Да чтоб ты подавился! Вижу, ты не расположен к разговору. Прощай, Таро. Подожди зад и сядь на монгольскую бомбу! Thank you.
Вот и ты. Защити меня, Сусано. Мертвецы. Кто убил этих людей? Грозный воин. Он хотел, чтоб я поведал ему о небесном ударе Сигинори. Не услышав тех слов, которые хотел, он сильно разгневался и всех убил. Что ему было нужно? Я не знаю, господин. Расскажи легенду. Хочу понять, что он ищет. Когда люди только поселились на Цусиме, на остров обрушился загадочный шторм невиданной силы. Молнии били в землю и порождали чудовищ. Эти яростные создания рыскали по деревням, неся смерть и разрушение. Они были так быстры, что никто не мог остановить их. Был лишь один человек, способный одолеть грозовых чудовищ — Сигинори. Самый быстрый мечник Цусимы. Сигинори не проиграл ни одного поединка. Упражняясь годами, он придумал небесный удар, столь стремительный, что глаз не успевал следить за мечом. Сигинори заманил чудовищ на пустынный берег в Камацу, чтобы лапы их вязли в песке. Яростное сражение обратило песок в пепел и заставило листву деревьев побелеть. Небесный удар Сигинори был более стремительным, чем движение чудовищ. Когда последнее из них погибло, шторм утих, и на Цусиме вновь воцарился покой. С той поры Сигинори вел уединенную жизнь. Немногие сумели разыскать его, чтобы попроситься в ученики. Лишь самые отважные и искусные узнали тайну небесного удара. Когда приближается шторм, ученик, знающий, где находится приют Сигинори, оставляет там меч, дабы отвратить нашествие гневных духов природы. Убийца хочет овладеть небесным ударом Сигинори. Негодяй с таким знанием может натворить много бед. Куда он пошел? Одна женщина убежала к мосту. Он погнался за ней. Он ответит за злодеяние. Мост, о котором говорил музыкант. Кто-то плачет, но где? Господин, столько людей погибло. Ты видела того, кто их убил? Я его знаю. Это Ясухиро Кога. Мне знакомо это имя. Он сражался за клан Ярикава. Ты сможешь его узнать? Никогда не забуду его оскал. Иди за мной. Я попробую найти его следы за мостом. Ха-ха.
Следы копыт. Ясухиро куда-то спешил. Что еще ты знаешь о Ясухире? Только то, что много лет назад он был вассалом клана Ярикава. После мятежа клан распустили, а вассалов освободили от присяги. Говорят, он покинул Цусиму, но вернулся, когда напали монголы. Откуда, это мне неизвестно. Это не важно. За свои преступления он должен умереть. Смотри-ка, они хотят перегородить путь. Монголы, прячься. Бога не здесь, я его не вижу. Мы ищем человека по имени Ясухиро Кога. Он жил в сторожевой башне, но сегодня ушел. Служит монголам? Да, только ночью они повздорили. Я разобрал одно слово. Сигенори. Я осмотрю башню. Спрячьтесь где-нибудь, пока не пришли монголы. Чем же Ясухиро занимался?
Белые листья, как те, что по легенде выбелила молния. У монголов тоже есть легенда о Сигеноре. Может, он хотел сравнить ее с версией музыканта? Место для поединков. Он его искал. Ясухира ищет того, кто знает небесный удар Сигенори. Белые листья. Недалеко отсюда есть такие деревья. Туда он и направился. Ты очень помогла мне. Теперь позаботься о себе. Спасибо, господин. Надеюсь, вы покараете это чудовище. Где тут деревья с белыми листьями? Сухиро собирал листья здесь. Вот они. Белые листья, как те, что по легенде выбелила молния. Арсинта! Хватит! Я рассказал ему все, что
знаю! Кто все? Ну ладно. Битне холлос атер мун байстарла. С монголами был Ники Ясухира. Он хотел выведать секрет небесного удара. Увел с собой моего деда. Твой дед в большой беде. Куда они ушли? На старое учебное поле. Место для поединков на берегу Камацу. Умоляю, спасите его. Нельзя, чтобы Ясухира изучил удар. Свалили, чтобы перекрыться. С Ясухирой пришли монголы. Выбора не было. Это и есть арена Сигинори. Я опоздал. Чем же Ясухира занимался? Бедняга. Ясухира его убил. Этот клинок сразил многих. Следы еще свежие. Ясухира Кога. Стервятник мятежа. Ты совсем не изменился. Ты был еще щенком, когда горела Ерикава. 15 лет я мечтал
перерезать глотку Симурия. Ты не доживешь до встречи с ним. Старик научил меня легендарному удару, прежде чем я его прикончил. Я покажу. Чего ты ждешь, мальчишка? Я не жду. Быстрый. Небесный удар тебе не помог. Ты не заслужил такой судьбы. Обещаю, я буду использовать технику Сигинори, чтобы защитить Цусиму от врагов. Вот это. Могу наточить вам меч, господин. Ты еще здесь? Разочарован? Думал, вы уедете, едва я получу крюк. Поплывете на большую землю. Заманчиво звучит.
Но ты спас Таке жизнь. Мой долг – помочь тебе спасти дядю. Рад это слышать. Оповести остальных. Что им сказать? Мы освободим замок Канеда и господина Симуру. Твой племянник вышел на охоту. Нападает подло, как зверь. Ты делал и не такое. А, хочешь сказать, мы разные. А ведь цель-то у нас одна. Оставить после себя наследие. Мое наследие – это честь и долг. Порядок в стране и справедливая власть. Ты совсем не такой. Как и твой племянник. Тем не менее, имя-то он наследует. Наследие больше, чем имя. А, верно. Твои предки жили здесь много веков. У тебя наследный замок к северу отсюда. Любопытно будет посмотреть. А тебя я оставлю подыхать здесь. Одного. Без всякой чести. Проклятие, Рюдзо. Где ты? Все здесь. Ждем соломенных шляп? Нет. Ждите возле дома. Спасибо вам. Господин Симура этого не забудет. Месть за мою семью может подождать несколько часов. Как и поиски Томоэ. Нашему острову нужен предводитель. С вашей помощью к рассвету он будет свободен. Готовьтесь. Скоро выступаем. Только скажи, мы придем. Ученица сражается на стороне врага. И чья это вина? Довольно. Старик связался с юной девушкой. От этого добра не жди. Она была мне как дочь. Некоторым девушкам довольно... Сюда! Время пришло! Сегодня мы освободим дядю. Я думал, что нам помогут соломенные шляпы. Их нет. И мы не можем их ждать. Каков план, господин Сакай? Я возьму крюк и проберусь в замок. Избавлюсь от сигнальных пушек, и вы сможете ворваться через ворота. Думаю, монголы держат господина Симура в главной башне. Если поднимется тревога, его могут убить. Ворвемся в ворота, застанем их врасплох. Нет, мы сделаем все тихо. Мы пробьемся к башне, спасем господина Симуру. Потом отступим к главным воротам и ускользнем. Это самоубийство. Если атаковать в лоб. Но можно прокрасться и застать врагов спящими. То есть как вор. Или призрак. Господин Симура ждет. Нам пора.
Славная речь. Думаешь, получится? Должно. Вроде здесь можно забраться. Догоняй остальных. Увидимся внутри. Будь осторожен. Дядя, больше я не подведу. Пушки. Нужно избавиться от стражи. Чингарвул, а? Юч, виш волта. Тимбаха. Да! Сенсей, вы с Кензи идите на главные ворота. Хорошо. Юна, расчистишь путь вдоль утеса? Ну, конечно. Хорошо, встретимся у моста. Никого не забыл? Нет, вы со мной. Там осадное орудие. Они стреляли из такого по нам с Юной. Теперь мы его захватим. Нужно убить всех врагов во дворе. Тихо. Или в открытую. Твой ход. Чингарву! Ты!
Справитесь с схваткой. Думаю, разберусь. Когда я спасу дядю, за нами будет погоня. Убейте их. С радостью. Удачи, Дин. И вам, Масаку. Ворот стража. Следуй за мной. Пригодились бы твои соломенные шляпы. Люди Рюдзе умирали от голода. Они могли взбунтоваться. На войне человек легко становится зверем. До сюда я дошел в прошлый раз. Ганс бросил тебя с этого моста?
Как ты вышел? Не знаю. Ворота заперты. Удерживай мост. Я найду другой путь. Осмотри утес. Должен быть какой-то путь. Можно здесь. Да, верно. Как попадешь внутрь, открой мне ворота. Без Юны трудновато. Вот и ты. Тише. Впереди еще стража. Чигарву! Ой! Ну как чигарца? Там мордыгим гарву! Тиндвен! Хануэн! Черник, Алекчичи!
Юна, отбивайся. Я найду господина Симуру. Удачи, Дзин. Рюдзо. Хан платит за смерть призрака. Справился, ты богат. Жене. Мои люди голодают, Дин. Помоги мне спасти дядю. Он заплатит твоим людям. Он сделает тебя самураем. И пошлет нас умирать. Как сделал тогда у Комоды. Рюдзо. Он твоя семья, Дзин. Мне нужно спасти свою. Мы были друзьями. Очень. Иначе было нельзя. Мы были друзьями очень давно. Прекрати, пока еще не поздно. Ты изменился. Ты тоже призрак.
Стой! Еще не поздно. Помоги спасти наш дом. Теперь он в их власти. Рюдзо. Он здесь! Самурай здесь! Господин С...
дать вам... Куда же? Я иду! Поспеши! Самурай Нохо! Отчахна! Не вас отчахна! Ой! Много их чахана! Дядя, я знал, что ты придешь. Твой отец был бы горд. Моя жизнь – служение, господин. Пора уходить. Не сейчас. Хотун-хан идет на север, чтобы взять Тойотому. Здесь он оставил стражу. Но им не одолеть двух самураев. Я привел воинов. Мы вернем замок. О нашей победе служат песни. Убьем захватчиков в Северном дворе. Отвлечем их на себя, господин Сакай. Я с вами, дядя. Госпожа Масако, вы живы? Ваш племянник постарался. Он уверял, что вас можно спасти. И я не верил. Но он доказал, что я был неправ. Не в последний раз, сенсей. Рад вас видеть. Мы потеряли многих друзей. И родных. Господин Адати погиб с честью, госпожа Масако. Мы отомстим за него и за всех павших воинов Цусимы. Еще идут! Мы будем сражаться вместе! За павших воинов Цусимы! Госпожа Масако, не дайте им уйти! Стреляйте, сансей! Стреляйте, сансей Сикава! Мы прикроем! В атаку, господин! Вы хорошо бились. Все вы. Получилось. Мы взяли замок. Вы привели нас к победе, господин. С твоей помощью, Цин. Вместе мы сломим дух монголов и поставим Хотун-хана на колени. Мы одержим победу, как самураи. У тебя славный дом.
Не хочешь пригласить меня? Твои люди устали, голодны, мерзнут. Впусти меня и спаси их. Ты обещал накормить моих бойцов. Заслужи. Откройте! 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 Открывайте! Тебя ищет дядя. Хан захватил его замок, да? Напрасно я доверился Рюцу. Он всех нас провел. Я думал, ты уедешь. Я тоже. Поговорим с дядей. Тебе положена награда. Господин Симуров в главной крепости.